едет домой. Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии актера. Во вторник, 16 февраля, актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирусную инфекцию. У артиста наблюдалась повышенная температура и сильная слабость. Стоит отметить, что экспресс-тест 71-летнего Боярского на COVID-19 оказался отрицательным. Его поместили в некоронавирусные отделения Петербургской больницы. Отсутствие заражения позволит выписаться из больницы уже в среду, 17 февраля. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на сына актера, депутата Государственной Думы Сергея Боярского, жизни и здоровью его отца ничто не угрожает. Все в порядке, еще вчера все было хорошо. Сегодня должен быть дома. Это не ковид, его жизни и здоровью ничего не угрожает, поделился Боярский-младший.